Так, ну и вот пришла у меня гаечка. Сейчас померим сразу ее. Чуть дырявая вся. Наверное, что-то билось. Качество вроде хорошее. Сейчас посмотрим. Вот, смотрите. Такая вот гаечка с ставотницей. Идет уплотнительное кольцо. И одно еще, смотрю, запасное есть. Хорошо, молодцы. Позаботились, чтобы потом нигде не искать, если что, кого. Больше нигде не ставится, да нет. Так, ставится она вот сюда, вот. Вот сюда. У кого нет еще такой гайки, обязательно приобретайте. Очень удобная штука, чтобы спрессовать наш шток. Так, для этого нам надо маленько маслицем помазать. Чтобы резинка скользила хорошо. Да и вообще лучше маслом всегда смазывать. Смазкой всякой там. Все лучше смазать. Тем более шток. Так, ну и попробуем. Наверное, саму резинку тоже смажу сейчас маслицем. Так, все, смазал. Вот сюда заход подходит. Да, подходит. Все, одеваем аккуратненько, чтобы не срезать ее. Есть. Да, вот здесь уже насухо вытерло. Все, и закручиваем. Здесь надо ключ, потому что резьба вот эта вот в красочке. Ключ на 32. Подтянул чуть-чуть, много не надо. Все, шток у нас ходит. Там у нас герметизирующая резинка. Сейчас можно шприцевать. Получается полностью шток будет ходить в смазке. Лайк. Лайк, конечно. Так. Получается, вот эти проводочки и шланги я вот в полтинник запихаю. Вот купил такую 2 метра. Нижневартовский. 2 метра 178 рублей. Сейчас кину. Вот этот я убираю. А все остальные прокидываю. Сюда запихаю, обрежу, и будет все красиво. Только сейчас опять придется снять тросики, десятипинку снять. Да и пофиг. Не так это сложно. И, кстати, знаете, что еще хочу сделать? У меня есть такой шприц 10-кубовый. 10-миллилитровый. Хочу попробовать масло набрать и в шланчике масло позаливать. Потому что, что-то мне кажется, они сухие-сухие. Вообще капец. Ну вот, друзья, смотрите, вот я сделал полтинник, пропустил все, опять все раскручивал, разбирал, уже все собрал, подцепил. Так, ну здесь, конечно же, как же приколхозил на изоленту. Здесь такие вставки продаются пластиковые, не знаю, найду, не найду я ее. Вот на эти модели именно, блин, старого образца колпаков, колпаки нету, пока еще не нашел, на новую есть. Ну, в принципе, мне и так достаточно. Уже оно красивее, комфортнее. Вот оно, кольцо как ходит. Здесь пока еще не затягиваю, потому что еще будет выходить оттуда проводок эхолота. Не знаю, может, через это отверстие выпущу. Потом затяну там хомут. И смотрите, по поводу... Хотел, конечно, я все в одну собрать. И... этот плюс-минус, но посообщался, наращивать нежелательно, менять провод дорого, да и как-то не хочу я родной ямаховский убирать. В общем, вот такая гофра есть. Вот сейчас одел, ну, просто мерил, пролазит, клеймится нормально. Будет такая гофра. И вот у меня вот такая штучка есть тоже плотно, которая прижимается. Вот здесь ее поставлю и сделаю тоже небольшое кольцо, и здесь будет второй провод прямо на аккумулятор выходить. В принципе, мне нормально, короче, ничего страшного не хотел, но по-другому никак. Сделаю небольшую здесь петлю и всажу туда его. Будет здесь маленький еще один идти. Нормально, красиво. Главное, что вот в гофе
красиво смотрится. Кому интересно, про газ реверс 12 размер. Можно, кстати, и 11 поставить вообще спокойно. Мне кажется, мне кто-то один мужик советовал поставить, ставь 11, оно вообще вот так вот выходило бы. Маленькое колечко было вообще. И хватало бы хода поворачивать сюда и сюда. За глаза вообще. Так вот он, видите, как он поворачивается. Хоп. Нормально. Друзья, Триера 460. Сука, видео уже видел, короче. Все пишут, вот, есть панелька с предохранителями. Где плюс, где минус, я вообще понятия не имею. Никто не, так и не говорит во всех видео. Сейчас сниму полочку. Потом сделаю такую вот контрольку, лампочка от прицепа. Ну, два проводка и будем плюс-минус искать. Ну и вот этой штукой проверим заодно. Учиться будем. Значит, полочка держится на трех болтиках. Вот раз, два. И вот здесь вот. Вот. Три. Открутил. Все, теперь мне можно хоть с головой залазить. Так, теперь мы имеем вот что, да? Крышечку. Сейчас мы ее снимем. Вот, смотрите, я ее вскрыл. Что сразу заметил, так это... Сейчас отверточку возьмем. Это же смешно чуть-чуть, если честно. Раз болт, два болта тут нету. На два. Ну, экономит, наверное, что. Очень дорого стоит. Так, вижу 6 предохранителей. И получается, подцеплено у нас... Раз, два, три. И вот 4. Это у нас плюс, это минус, вижу. Офигенно, если честно, все удобно. Два у нас свободных. Как раз у меня будет эхолот и компас. Сейчас проверим контролькой. Убедимся. Так, ну тестером я проверил, но все правильно. Вот минус, плюс. И все верно. Получается, свободное есть. Сейчас контролькой зажгу. Не могу снимать, потому что здесь держать приходится. Да, замерил, получается. Ну, и этот лампочкой проверил, контролькой все правильно. Плюс-минус совпадает. И почему-то... Ой, я вот не знаю, на локах так надо, нет. На плюс ложишь одну, а вторую вон за любой болт. Так, друзья, ну, собственно, второй косяк. Очень серьезный, я считаю, косяк. Триера, я даже не знаю, что делать. Смотрите. Смотрите, фильтр черный. Смотрите, цвет. Что это, думаете, масло? Нет. Вот такой бензин я залил в бак. 5 литров. Чтобы прокачать систему, посмотреть на герметичность, все такое. Вот такой бензин на следующий день я прокачал. Ну, мне интересно стало просто, что там идет. Вот, вот такая вот история. Разница. Видите? Вот так и будет видео называться. Второй косяк Триеры. Опять снимать фильтр и прокачивать систему нормальным бензином, потому что на такой херне, честно, извиняюсь за выражение, просто будет нагар, мне кажется, и дымить он будет просто фантастически, я считаю. Полюбуйтесь, что я слил с фильтра. Новый фильтр ставил. Что это такое вообще, дёготь какой-то. Да. Ну вот, товарищ, у меня осталось от прошлого прицепа вот этот кронштейн, я который сам варил. Кому интересно видео, посмотрите. Сейчас я его ставлю сюда. И лебедка у нас будет стоять вот так. Сейчас покажу. Смотрите, разобрал лебедочку. Это лебедка. Вообще абсолютно сухая. Вот здесь этот вал, шток, кто он там, палец. Там внутри еще втулка, она вообще сухая. Я ее, получается, сейчас все снял, помазал. Помазал такой вот водостоечкой лодочной. Еще старые запасы. Хорошо воду держит вообще.
везде все механизмы, все промазал, в общем говоря. ТО, лебедки сделано. Все, поставил. Получилось вот так. Немножко наверх тянет. Ну, нормально. А у нас будет прицеп, получается, в воде вот так будет. Лебедка будет прямо тянуть. А здесь то, что она подтягивает вверх, она наоборот лучше, она натягивает на них. А потом нижней стяжкой мы притягиваем лодку. Идеально. Ну, конечно, вот эта штука маленько неровная, потому что сварщик не от бога, как говорится. Ну, он пойдет нормально. Если не смотреть, лучше не смотреть. Ну, еще вот эту прилуду сейчас поставлю. Назад. Телеги. Ну, третий косяк триера хочу вам показать, конечно же. Смотрите. Там наш просвет с одной стороны, вон с другой. Классно, да? Вообще. А тут, мне кажется, так затекать вода будет при дожде. Моя. Прямо на полку идет. Надо герметизировать по-любому. Каким-то герметиком промазывать. Собственно, вот здесь вот. Тут прям щель хорошая. Даже вон карпет вижу. Ну как вот так вот можно делать? Вот здесь вот надо по-любому заклеивать.